didn't even get to cross. Всем привет, с вами Санит 50, и сегодня мы снимаем обзор на сервер Crystal RP на Roleplay. Так, пройдем сейчас по F-кам, F1. Так, самоубийство, значимые места. Ага, ясно, F2. Ну тут все ясно. F3 машины, F4 телепорты, F5 деньги дают, F6 скрыть ход, F7 ничего. Ой, это по старым. Так, давайте сейчас значимые места. Тут есть автошкола. Ой, ну автошкола, наверное, да, также. Автосалоны. Так, место для отдыха. Сейчас прошу. Ну, так, тут право. Нужно. Так, если нужны, то как-то не добраться. Значимые места. Так, казино, работа. АвтоВАЗ. Давайте еще тпшимся. Да, АвтоВАЗ, она вроде СФ, если не ошибаюсь. Да, вот СФ. Какой-то телепорт кривой чуть-чуть. Как чуть-чуть. Так. Давайте сейчас спустимся. Ой. Давайте сейчас добегу. Надо право нам получать или нет и продолжим. Так, я пошел до автошколы. Вот. Так, что тут? Сдать лицензию на полет. Давайте сдадим. Так, продолжаем. А что тут просто? А поворотник тут что-нибудь есть такое? Ну ладно, потом разберемся. Так. Ну, права, в принципе, как обычно. Тут можно просто вот так проехать. Ладно, давайте типа змейки. А, может просто прямо? Поехали прямо. Так, вид от первого. Есть. Ну, все, что надо, то и есть. Так. Это типа парковка или что? А, да. Ого, это что такое? Это что? А, это не прогрузился объект. Это, ну, я не знаю, как ты права получить. Ну вот, это вот косячок. Сейчас как-нибудь вкорячу, если может как-нибудь получу номера. Так, вот, все, отцепился. Ну это баг уже надо, наверное, для ресурс перезапускать, я не знаю. Да, но я водитель от бога. Так, я вообще не понимаю, как по этим конусам ездить. А ну как-то и понятно, и нет в то же время. Так, назад. Вот так, вот, понятно. Так, хоп. Мы тут скорее сейчас вот этот круг проходим. Ну да, это обычное большинство на РП-серверах. Вот это и стоит. Так. Туда тут, не в ту сторону я поехал. Так, ой, это я прямо так. Да ё-моё. Оп, поехали. А, ну, можно, в принципе, вот так вот сократить. Так. Ну, тут оно вообще не заехал. Ну, не заехал. Конечно, тяжело, но заехал. ОБ настройки есть даже. На Full RP нету. На Crystal RP есть. Так. Ну тут просто, наверное, по городу еще круг сделать. Сейчас налево, да? Сейчас. Ну да. В принципе, стандартно. Интересно, это вот на машинах номера меняется или нет? Сейчас гляну. Так, все. Так. Так, давайте сейчас F1. Значим место. Дальше по всем автосалонам пробежимся. О, во-первых, хорошо, это то, что, наверное, бывает по раз через раз. Так, копейка, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка. Вот восьмерка мне нравится качественно. Так, давайте дальше. Значимые места и на марки. Так, бегаем по всем автосалончикам, пробежимся. Так, тут. Да, так, 140-й кабан. Кабан сколько стоит? Миллион. И 65-й. Что-то 65-й не похож. На 55-й похож. Так. Полтора. 222-й 2 ляма. X5-й 2,5. X5. А как X5M? 2,5, а просто X5-3.
Непонятно. Ладно. Ланкрузер Toyota. 3,5 Сильвия, 4 Mitsubishi Pajero Sport. Ого. Первый раз вижу такую модельку. 4,5 миллиона. Mercedes-Benz AMG 5 лям. Dodge Charger 5,5. Lamborghini Huracan 6. Так, Nissan. Как это? Pilot. Я не знаю, читаю 6,5. Чё? Dyson Santa 7 миллионов. Не, ну это бред. Ну, мы сейчас пробежимся и, скорее всего, кабана возьмем. Так, бродяги. Ну, сейчас увидим, что деньги хватает. Это возьмем. Так, бродяги. Копейка. Двойка. Так, что тут за тройка? Прожайся. Вот тройка. Четверка. И пятерка. Так, пошлите еще одну. Так, включим места. Мотоциклы. Так, так, так. И мы где-то на крыше. Ой, сейчас прохожается все. Что пошлось? А, не, вот все нормально. Так, NRG 500, ECLS Sport. Так, Yamaha 6. Так, Pegasi. И чоппер типа. Ладно, пошлите, ты пошлимся. Сейчас возьмем кабанчика себе. Как раз лямчики есть, наверное, вот кабанчика возьму. Я не знаю, какие-нибудь это. Ну, черный у меня на этом был. Давайте белый возьмем. Купить. Все, купили такого кабана. Сейчас проверим. Что... О, ну салон мне нравится, качественно, все качественно. Так, что-то. Сейчас я все кнопки просто нажимаю. Так. Это закрыть. Русская D. Я думаю, я его заглушил. Так, дома. Дип. Так, ну, в принципе, тут ничего нету такого. Вот это что значит, что сюда заедем? Что сюда? Я не знаю, есть же такие системы, где номера ставят. Нет, вроде нету, да. Или тут внутри, я не знаю. Там F3, цена 900 тысяч могу продать. А что переднеприводный? Так, задний. 300. 10. 50, то есть вот так хотя бы. О, сейчас будет наш получше. Мне нравится, что чипы вот это есть. Так, давайте сюда. Я не знаю, тут на 2 глушить. А, да, у меня на 2. Я передернул затвор. У меня сразу много бинтов на двойку. А, ну это этот бизнес. Так. Закрыли машину. Сейчас доеду я до этого. Как называется. А тут вроде... А, тут сразу и тюнинг. Да, сейчас тюнинг гляну заранее. Так, тюнинг по дискам что-то. Диски снять. Ну все, кабана ставится, диски, это хорошо. Ох. Так, так. Вот так оставим, типа, кабана. На биби. Бибилески, как-то там диски называются. Но у меня уже 200 рублей осталось. Все, зайдем просто скины, посмотрим. Все. Так, тут вот съезд есть. Это 500 и 600 кабан, 500. Там было на это написано. Так. Еще. Потом переделаю бензин. Сейчас просто. Так, Гапанский. А, во. Я в минус ухожу. Ну пофиг. Ну такой себе скин сделаем. Минус 800 рублей. Нормально, чё. Так. Ну, в принципе, еще сейчас тут можно так. F2. Да, ё-моё, F4. Тут телепорты. F1. Ничего не ставим. Место для сходок. Прямо машина. О, ясно. А, ну это там, где спаун на этом. На флорпе. А, тут нету. Сейчас проверю. Вот. Так, значимые места. Магазин для персонажей. Ну это там, где мы сейчас были, если я не ошибаюсь. Да, так. Значимые места. 3 места для отдыха.
Да, потихоньку деньги, конечно, вообще в минус уходят. Типа такая очередь. Прикольная тема. Да, заглушим его. И так, значение места. Казино. Ну, казино это внутри играть. Да, деньгами сходим. А можно машину убрать? Так, убрать все. Машину убрана. Так, пошлите в казино сходим. Ну, казино нормальное такое. А, ну тут играть как это. Денег нет, чтобы поиграть в казино. Так. Сейчас выйти на центерьера. Так, плюс один значимые места. Работа водителя автобуса. Сейчас все походим, покажем. Так. Вот это работа. Наверное, там устраиваться. Я не знаю. Ну по карте вроде там. Так. Ну тут городской маршрут, а ну что за машина тут? А, такой. Номера, Мерседес старый. Так, поехали, я не хочу, я так просто проверить. Вот это он еще валится, вообще надо. Так. А, в минус, наверное, деньги уходят, потому что это... Я ТП-шку через значимые места. Так, совершил. Значимые места. Работа водителя маршрутки. Это тут, наверное, внутри, да, устраивается. Сейчас. ПС просел. Ну. А, ну, это понятно. Такое есть на серверах. Так, значимые места. Работа сборщика. Сборщик это как на том сервере. Это раскопщик вагонов. Но работы много, что мне нравится. Так, ну ТП-шка себе. Так. А что тут раскопщик какой-то? Так, начать. Начать. Ну и что дальше? Типа, я не знаю, что тут делать, как. Ладно, потом разберусь. Следующий, может быть, будут же серии, скорее всего. Так, чтобы закрыть, так. Ключевые места. Сапер, еще быстренько просто пробежимся, так. Я же один, на ногах минус ухожу. Так, начать. А, и типа, и что, просто так бегать? А, прикольно. Так. Смотрите, это нормально. Где? Смарт. ТП. Тут ДМ. ДМ. Ютубе. Доки. Так, вот так вот. Ну, а тут что? Так, начать. Начать. А, ну такое, я помню, на каких-то серверах тоже было. Просто покали один ящик и получили. 200. 200, ого. Ну это баг, скорее всего. Так, закрыть. А как тут это? Ладно, значимые места. Сборщик автомобилей. Вау, я помню, в Сампе на Даймонде был сборщик автомобиля. В этом я не помню такого. Так, у них прикольно работать, так работать. Устроить на работу за чекпоинт вот сюда, что ли? Вы взяли запчасти, идите к машине, чтобы продолжить. Это как понять, вот так что ли как-то? О, реально. Ну, прикольно. Мне работа очень даже нравится, такие. Так. Не, ну прикольно так работает, так. Сервер нестандартный, как на всех ТРП. А это что за место? Вы отнесли старый на склад. Да, я возьму. Один уволился. Так, значимые места. Пожарник. Так, а пожарникам тут работать. А куда ехать по метку? Моя мигалка не работает. Так, F11. Да нет, недалеко ехать. И вот эта работа мне вообще нравится, прям кайф. Но серия, конечно, долго будет рендериться, долго. Вот что мне сейчас не нравится. Но зато качество требует жертв.
Вот что мне нравится на этом сервере, у меня не проседает, но я более-менее лучше снимаю, чем на Full RP, на Full RP. В принципе, на Full RP свои плюсы есть, тут свои, там свои минусы, там тоже свои. А как тут тушить, вот кто бы мне сказал? Я-то вроде тушу водой, надо тебе не тушитель мне дали. А, я думал водой. Ну ладно. Вау, прикольная работа, мне такие нравятся. А вот тут спереди типа стоять, и все, и он тушится, вот видите. Так, за одной работой посмотрели, так. Опа, все. Нифига себе, 8000. Ну, прибыльная работа. Ну, в принципе, на этом я и заканчиваю свое видео. Всем пока, подписываемся. Так, ставим лайки. Ждем новых видео. С вами был Санёк 050. Всем пока.